Меня зовут Лидия Картемная, я из Австралии. Тема сегодняшнего короткого доклада – Великобритания. Я бы сразу хотела оговориться, что мой рассказ будет связан со взглядом на эту страну с точки зрения возможной иммиграции. Повторюсь, что в мире всего три иммиграционные сверхдержавы – США, Канада, Австралия. К ним можно еще добавить Новую Зеландию, как приятное дополнение к Австралии. Конечно, эмигранты живут по всему миру, но стран, которые были бы в своей сущности построены не на национальной идее, а на идее общества с возможностью для всех, кто вступил на эту землю, очень немного. Три с половинкой. Я дальше буду говорить для простоты Англия, но на самом деле буду иметь в виду еще Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию. Республика Ирландия – это отдельная история, о ней как-нибудь в следующий раз. Англия не является иммиграционной страной. В том смысле, что ее идея не построена на иммиграции. В этой стране важнейшую роль играют старые элиты, аристократия, клубы, черные галстуки, известные фамилии и наследуемые капиталы. Но, как известно, все, что дано, обычно можно не слушать. В Англии с древних времен народ привык безапелляционно подчиняться закону, и законы в значительной мере не конфликтовали со справедливостью. Этот фактор вместе с устойчивостью политической системы и следованием традициям сделал Англию основой современного мироустройства. То есть социальные лифты в Англии не такие мощные, как, например, в США, но при этом... Живя здесь, можно добиться очень многого. И ситуация в Англии после взлома колониальной системы сильно изменилась. Сюда хлынуло огромное количество выходцев из бывших колоний. Индии, Пакистана, стран Африки. Эти люди стали новыми англичанами. Многие сделали впечатляющие карьеры. Как известно, нынешний премьер-министр вовсе не потомок герцога Мальборо, а этнический индус я бы очень условно разделила сегодняшнюю Англию на две части. Это город Лондон и в какой-то степени другие большие города, а потом вся остальная страна. Лондон, как явление с разных точек зрения, абсолютный эмигрантский рай. Здесь живут люди, наверное, всех национальностей и рас. Большие города – Манчестер, Лидс, Шеффилд, Ливерпуль – тоже довольно интернациональны, но уже не в такой степени, как Лондон. Региональная Англия вообще отдельный мир. Жизнь в британских регионах имеет довольно мало общего с жизнью в Лондоне. Здесь тихо, строго и богобоязненно. Люди будто не торопятся жить. Все друг друга знают, бесконечно обсуждают погоду, цены на саженцы, нового викария, семена каких цветов лучше приживутся в этом сезоне. Попадавшие сюда мигранты чувствуют себя не просто лишними, для того, чтобы войти в это общество, стать его частью, надо потратить зачастую жизни нескольких поколений. Теперь о Лондоне с пригородами. Жить здесь очень хорошо. Лондон один из центров вселенной, в какой-то степени может быть главный центр. Сразу прошу не устраивать большую дискуссию по этому поводу, приведя в пример Гуанчжоу, Токио, Нью-Йорк, Мехико и многие другие места на глобусе. Это мое мнение, вы можете иметь другое, тут нет никаких проблем. В Лондоне потрясающие театры, шоу, музеи, выставки, вернисажи, галереи. Просто невероятная культурная жизнь. Здесь находятся центральные офисы огромного числа известнейших компаний. Изобретаются форматы большинства телевизионных шоу. Это город финансов, банков, сюда тянутся нити управления целыми отраслями мировой индустрии. Вместе с тем это паразитно цветной и веселый город с едой на любой вкус, бурной ночной и дневной жизнью, где может реализовать себя практически любой ультрарелигиозный еврей и удачливый продавец сосисок. Теперь о негативе. В Англии вообще, а в Лондоне в особенности, материально жить тяжело. Здесь просто огромное количество людей, зарабатывающих в год много миллионов фунтов. Они в значительной степени формируют рынок товаров и услуг этого города. Есть просто много очень хорошо зарабатывающих людей второго и третьего эшелона. Это люди с годовым доходом больше 200-250 тысяч. Горожане с меньшими доходами здесь тоже, конечно, живут, и их тоже очень много. Но жизнь людей с относительно небольшими заработками в Лондоне Требуют постоянной экономии на всем на свете и бесконечных самоограничений. Тем не менее, в столицу метрополии мечтают попасть и попробовать здесь зацепиться, сделать карьеру миллионы людей со всего света. Скажу буквально два слова о бизнес миграции. Ситуация с ней сильно усложнилась последние годы, Деньги начали наконец проверять на чистоту происхождения. Их надо много, от 2 до 10 миллионов фунтов. И те, кто идет по этому пути, обращаются к профессиональным юридическим компаниям, которые составляют модели взаимодействия с иммиграционными властями. Для нашего брата-иммигранта, если нет прямых родственников британцев, трогательных жизненных историй, связанных с британскими островами, близких знакомых среди пэров, лордов и членов королевской семьи, предусмотрены следующие возможности. В Англии существует бальная система, аналогичная австралийской. С ее условиями можно ознакомиться на сайте www.gov.uk. Она простая, понятная и прозрачная. Если сжато, то существуют следующие основные типы иммиграционных виз. Skilled worker – квалифицированные работники из любых областей, кроме медицины. Health aid and care worker – по сути, медсестры и сиделки. Scale up – то же самое, что скилл worker для быстро развивающихся стартапов. Немного другие условия, например, можно через полгода сменить работодателя. Есть еще некоторые типы виз, например, виза для сотрудников филиалов британских компаний, проживающих за рубежом но они не имеют иммиграционной перспективы. Известна так называемая виза талантов. Ее реально получить при наличии интересных научных, инженерных, медицинских статей или решений, писем от известных в Великобритании ученых профессионалов и возможности продемонстрировать свои фактические достижения в разных областях. То есть, по сути, при наличии английского работодателя, возможности подтвердить свою квалификацию знание английского языка и так далее, можно теоретически получить рабочую визу. Наиболее вероятно это для тех, кто входит в списки дефицитных специальностей, публикуемых на государственных сайтах Великобритании. Но подаваться на статус и визу постоянного жителя ПМЖ можно только после пяти лет проживания в Англии на рабочей визе. А на гражданство можно претендовать, прожив еще не менее года уже в статусе ПМЖ, так что пробег длинный. Ну и всякие мелочи. Нельзя долго отсутствовать в стране. Надо сдать экзамены. Язык, несудимость, налоги, то есть все. Самая надежная и понятная схема миграции та же, что и в Австралии, через студенческие визы. Сейчас по окончании образования можно получить двухлетнюю рабочую визу, потом ее продлить, а это реально. Вы уже в стране, у вас есть local experience, местный опыт, с ним найти себе место на порядке проще, а потом можно уже подаваться на ПМЖ. Кроме того, находясь уже в стране, вы выскакиваете из-под квот на численность приезжающей рабочей силы, главного врага начинающего мигранта. По крайней мере, все известные мне новые англичане, за исключением тех, кто умудрился проникнуть в глубинную сущность Тиндера, попали на вожделенные острова именно так. Я работаю с английскими вузами много лет. Более того, я вообще начинала свою работу именно со студентов, собирающихся в Великобританию. Так что, если надумали, обращайтесь. Но помните, денег надо побольше, особенно если вы про Лондон. Погода будет похуже, с пляжами вообще никак. Зато Биг Бен, Тау, с Солсберецкий шпиль, Европа кругом, Манчестер Юнайтед. С вами была Лидия Корчевна и наша Сиднейщина. YouTube канал об Австралии и обо всем на свете. Если есть вопросы, пишите на e-mail. Вы видите его сейчас на экране. Расскажите о себе, своей ситуации и планах. Я всем постараюсь быстро ответить. Спасибо, что посмотрели этот ролик, буду очень благодарна, если вы подпишитесь на канал, разместите ссылки на него в соцсетях, поставите лайк, напишите отзыв, вопрос, мнение, обсудите со своими друзьями.